Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Продолжаем нашу историю про американские посевные и огородик. Прошла неделя с момента снятия последнего ролика. У нас вся прошлая неделя была достаточно прохладная, шли дожди, даже и снег выпал, подул канадский ветер, это нормально. Вот, но вот у меня вот уже первые сходы. Первый сход на огороде. По-моему, я здесь сажал салат. Вот такое вот уже у меня взошло. Остальные две грядки, они пока пустые, не засадил. И вот тут у меня хоть и посажено, но никого нету. А вот это мне тут кот напаскудил. Он идет, мерзавец. Мяу. Зачем я на огороде копался? Небось опять личинку откладывал, да? Опять откладывал, падла. Вот тут Галя устроилась. Да, на здравы. Скажи, вот летом уже у нас, по-моему, здесь хорошо, да? На Ялту даже что-то напоминает. Очень хорошо. Вот здесь на Весике. Приезжайте все к нам, будем рады вас видеть. Отлично. Вот, и еще пару слов про рассаду. Рассада тоже уже вся у меня пошла. Вот, но я так считаю по количеству росточков, где-то, наверное, 50% только у меня взошло. Вот. Ну, дальше посмотрим, что у нас из этого уцелеет. И что дальше у нас будет высажено. Вот, с экологией здесь полный порядок. Белочки скачут. Зайчиков уже в партии видели. Как, уже здесь сел? То есть дело Кузи продолжается. Спасибо тебе, Кися. Потому что мы посадим капустку, и ты будешь ее у меня хранять, эту капустку. Чтобы ни один американский зайчик к моей капустке не добрался. Вот. Ну, это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Значит, у меня случилось несчастье. Накрылся компьютер, поэтому еще несколько дней у меня будут пляски с бубном. Я постараюсь еще по мере возможности ролики выкладывать. Ну а сейчас стоит острым ребром вопрос покупки нового лаптопа для монтажа и для всего прочего. Вот, сейчас будем это все решать. Скоро у меня будет выложен новый ролик. У меня как бы намечается две даты. Первое, количество подписчиков канала уже приближается к 1000. И я хочу устроить раздачу призов для подписчиков своего канала. И об этом сниму специальное видео. Кстати говоря, не забывайте, у меня еще идет конкурс по поводу выигрыша электронной сигареты. Там все это написано. У вас еще есть шансы в нем принять участие и ее выиграть. Вот. И второе, 18 мая исполняется ровно год, как мы прибыли в Америку. И у нас такое будет выложено видео, отчет о том, что же мы за год стремились добиться. Вот. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео, оставляйте комментарии. Есть специальное видео, ответы на вопросы. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, выкладывайте именно непосредственно туда, я постараюсь ответить. Сегодня очищу этот самый видео от разных порожняковых комментов, чтобы не засирался эфир. Вот. Ну, удачи, желаю хорошего дня.